Пенсионный фонд продолжает выдачу государственных сертификатов на материнский семейный капитал и его выплату. Для этого в бюджет Пенсионного фонда России предусмотрено 341,4 миллиона рублей. Размер материнского капитала в следующем году не изменяется и составляет 453 026 рублей. При этом действие программы «Материнский семейный капитал» планируется продлить до конца 2021 года. Изменения коснутся той части закона о материнском капитале, которая предусмотрена, на какие цели его можно потратить. Так, с 1 января 2018 года планируется его использование на оплату дошкольных образований ребенка с двухмесячного возраста. Кроме того, проект закона предусмотрен ежемесячные денежные выплаты на второго ребенка до достижения 1,5 лет в размере прожиточного минимума на детей, установленного в регионе на второй квартал предыдущего года. Эту выплату будут получать семьи, в которых доход на одного члена семьи не превышает 1,5% прожиточного минимума трудоспособного населения. Нормативные акты, которые утверждают порядком выплаты, пока не приняты. Управление Пенсионного фонда в Кашхабльском районе поздравляет всех жителей нашего района с наступающим Новым годом.